Ну что, первая стоянка в поселке Винницы. Там впадает речка Шокша в Уять. Это вот Уять у нас. Местное ударение делают на букву Я. Палатки не ставили, заночевали так. Леша прямо на столе, на разделочном. Да. Не замерзли, но так вот спальничек покрылся инеем. Вот с утреца замерз. Деревня Лукинская. Река Уять. На 40 километров пришлось маршрут сократить. Там еще лед стоит. Надеюсь, тут уже везде промыло. Сбылась мечта. Надеюсь, заторов не будет. А вверху? Да? Ну, Маш, если я скажу, что будут заторы, они появятся обязательно. Чапарыжник помаленьку заканчивается. Берега поднимается все выше и выше. Там язык. Языку прилагаешь. О, страшно. А тут, наверное, плотина была, да? Да, вон тут стенка. Опа! Да и понесло нас побыстрее. Аж ветер поднялся. Ну да, это потому что мы быстро едем. Так сейчас тебя выпустим на лед. Надо меня на лед пустить. Все, влево уходим. Вот именно, я тоже про это думаю. Мы сейчас прижмет нас. Но тут течение не такое сильное. Из-за дерева лед. Почему из-за дерева? Потому что нет течения в дерево. А может вон там лучше пройти и попробовать? Все лед. Попробую встать на него аккуратно. Встать на него аккуратно. Не отталкиваться. Жопу так развернуть. А как, куда ты хочешь жопу развернуть? Вот так вот? О, пошел, пошел, пошел. И веслом сейчас. Слушай, ну надо было пристать. И все. Тут-то пройдем. Тут теперь пройдем. Давайте берем все. А так на сильном течении опасно.
прижимом подходить. Тишина и птиц не слышно. Как будто и нету весны. Или рано еще. Только не бульк-бульк. А следов бобров довольно много тут везде попадается. Красота-то какая. Лепота. Нету, наверное, камни на мели-то. Ага. Пол первого. Да. Наугадский. Вот тут даже барашки есть, да? Что тут на камень не сядем? Ага. Опа. Я моя! Забыл сказать. Опа, выдер захлестнуло. Боковым валом. О, сейчас нас еще развернет. Ну, давай. Вот так вот, когда слишком белым-белом, тоже плохо. Такие вот нас друзья поджидают. Вот, ну я понял, просто ты видишь. Улова. Вот так вот, раз. Да. А тут ты нам никак не пробиться по ебы. Первый обнос. Если тогда мы кое-как пробились, то тут нам придется все вытаскивать. Опа! Я уж думал, ты тут ледоход начал. Давай развернем, потом вместе там потащим. Ну, давай. Кто-то придумал байдарку с вещами по берегу таскать. Можно так тащить. Можно и кататься. Угу. Ну что? Мы его пробьем? Пробьем. Давай посередине, пошли. Пошли. Сделали перекус, затор обнесли. И теперь все наладилось.
За смекалку Андрюшу повысил в капитаны. Теперь я матрос. Кого повысил? В капитаны. Теперь за смекалку. Делаем разгон. Аж ветер шумит в ушах. Не узнаешь мне знакомые льдины? Ее крутить будет от берега на поворотах. Достаточно такое нормальное течение. Ребята пошли один за одним. Пускай хоть и совсем маленький. Зато скорость течения. Отлично. Намного приятнее идти, чем когда плёс идет, да ветер встречный. Так бы до конца пути. Все время. Шумелки. Практически все одно, ё-моё. Ага. О, это уже даже порог. О! Ё-моё! Я подмочил. В гидрокостюме незаметно. Спуск хороший. Да, спуск отличный. Давно надо было поесть, сразу бы такие пошли. А тут дальше продолжается. Мне так показалось, что она вообще стоячая, а нет. Так мы там и не были. Пороги были бы вот такие, так все бы промыло нахрен. Пошли на убывание. Я думаю, тот был самый сильный, дальше будут... Все меньше и меньше. А до Надпорожья нам еще далеко. Я имею в виду про этот участок. Что с Ваней по Андами шли? Шли все, болото были. И стоило нам только покушать, как сразу прилетят. Так и в данном случае. После приема пищи стало поинтереснее. Как говорится, теперь все наладилось. Да, если бы я здесь
Если я бы заросну, туризм только-только бы для себя открыл, я был бы тут в восторге от таких бурляшек. Для новичков тут все хорошо. Стал лед попадаться на берегах. До этого и не было льдин. Да, видно, затором их выкинуло на берег повыше. Надо такую погоду настроить на всю неделю. Андрей, тебе будет персональное задание. Только у нас батареек для настройки мало.